Фестиваль аборигенных культур в Австралии. Ежегодно он собирает вместе тысячи человек, как выступающих, так и зрителей. Здесь можно увидеть представителей одних из самых древних народностей на Земле – племен полуострова Кейп-Йорк. Они демонстрируют свои танцы, обряды, а также позволяют туристам прогуляться по своим тайным тропам в девственных тропических лесах. Еще можно посмотреть на быт аборигенов, изучить базовые приемы охоты или поучиться бросать бумеранг. В этой стране, нашей стране, аборигенное население очень разнообразное и имеет большие различия. Существует более 240 разных племенных групп, языковых групп. При этом местные власти отмечают, что племена в наши дни выживают в основном за счет туризма. Несмотря на непроходимые тропики, почва здесь является неплодородной. Это обуславливает очень низкую плотность населения на полуострове. Главный фестиваль проводит уже 20-й год подряд. Он выпадает на засушливый сезон. Обычно в нем принимают участие около 500 представителей разных племен, включая самые отдаленные. На выступление приезжают посмотреть около 5000 зрителей.